Всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова Агапова. Сейчас подождем моих друзей-подписчиков, которые меня смотрят. Сегодня у нас пятница. Привет-привет. А тема у нас такая. Не дойти до цели и отписаться. Вот такая вот интересная тема. И такое интересное сравнение. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно. Напишите привет и из какого вы города. Хорошо меня слышно, фармер. Спасибо за ваши лайки и спасибо, если вы поделитесь трансляцией и подпишитесь на мои трансляции. У меня Днепр, хорошо. Я вещаю из Ростовской области. У меня в основном ВКонтакте целевая аудитория, где-то около 8500 друзей. И 80% из друзей занимаются сетевым бизнесом. И я решила сделать вам вот такое сравнение. Самый целеустремленный человек – это тот, кто очень сильно хочет в туалет. Вот такое сравнение. Не дошел до цели – ты отписался, просто обоссался, если грубо говорить. И давайте вот так вот скажем. Я отписался, потому что у меня не было времени сходить в туалет. Это то же самое, что человек занимается сетевым бизнесом и уходит из него. Начинает и уходит, не доезжает до цели. Вчера я сравнивала, если, например, человек едет куда-нибудь в Мурманск, а потом, не доезжая до него, поворачивается и едет куда-нибудь в Ростов, потом поворачивает, не доезжая до Ростова, едет куда-нибудь в Кисловодск и так далее. И в итоге он не получает то, что хочет, не добивается своей цели и продолжает дальше искать легкие пути. Вот мы наблюдаем, у нас проложили асфальт возле Магнита. Магнит – это сетевые магазины. И надо идти вот так в обход. А люди протоптали вот здесь дорожку, потому что на 10 метров быстрее пройти в этот магазин, но будут они в грязи, придут домой, все равно будут обувь мыть, чем вот обойти вот так вот по дорожке. Потому что люди ищут легкие пути. Так и здесь говорят, у меня не было времени, поэтому я отписался. Другое сравнение. Я отписался, потому что я был уставший. Да, люди еще так говорят. О, я слишком устал, чтобы заниматься этим проектом. Привет, Елена. Дальше. Я отписался, потому что я не верил, что добегу. Вообще нормальное сравнение, да? Вот туалет стоит, ну пусть он там чуть подальше стоит, ну вот... Человек описался, думал, что не добежит и наделал себе в штаны. Дальше говорят еще. Вот когда у других получается, они говорят, вот у него получилось. У Ирины Агаповой получилось 3 квартиры купить. Она миллионерша, конечно. И говорят, я вот он-то добежал. У него вон какие ноги длинные. А я описался, я не добежал. А кто вам не дает дойти до этой цели? У вас также 2 уха, 2 глаза, 2 руки, 2 ноги. Я не имею в виду инвалидов. А такие же люди, как и я. Почему? Кто-то доходит до этой цели, становится миллионером, а кто-то нет. Дальше, следующее сравнение. Я описался, потому что я глуп, чтобы это сделать. Следующее сравнение. У меня явно не получится. Я уже 5 раз описывался. У меня не получится сходить в туалет. Очень многие ведь говорят, а вдруг у меня не получится? Я приду в проект, вложу деньги, а вдруг не получится? Спасибо за лайки. Еще такое сравнение. Я описался, это не для меня. Я стучал, а мне не открыли. Ну да, других же туалетов больше нет, значит, надо обоссаться. Дальше.
У меня была депрессия, поэтому я наделал штаны. Вот. Не хотят идти к цели, ищут различные отговорки, что он родился не в той стране, что у него не тот возраст, что у него депрессия, что у него... У меня не было денег, чтобы сходить в туалет. Во как! Вход в проект «Всем миром», в котором участвую я 4 года, составляет $105. И у людей нет денег. Обалдеть, на готовый бизнес нет денег. 6 тысяч рублей, даже доллар упал. 5 800. Неужели на готовый бизнес, который шестой год работает, нет денег? Да никогда не поверю. Значит, не умеете копить, не умеете собирать. Если вы работаете за 10 тысяч в месяц, работайте на себя, уходите с наемной работы. Если у вас есть интернет и вы меня сейчас смотрите, в интернете можно заработать денег. Я не могу себе этого позволить, поэтому я обоссался. Во! Ой, я завтра пописаю. Сегодня уже поздно. Давайте завтра. Ну, Александр, аналогия просто ужасная, но кому как? Вот так вот, самый целеустремленный человек – это тот, кто очень хочет в туалет. И когда меня спрашивают, получится ли у меня, я говорю, вот сравнение такое, если вас вот так вот взять и опустить в реку и не дать вам вылезти, и потом, когда вы уже вот-вот задохнетесь, уже чувствуете, что вы умираете, вы делаете глоток воздуха. Вот такое должно быть страстное желание идти к цели. И никак иначе. Я когда жила 3 года назад в общежитии, вот у меня вот такое было страстное желание вылезти из этого дерьма. И у меня это получилось. Кто не верит, мой канал Ирина Агапова, можете меня найти и посмотреть все видео, которые я снимала 3 года, как я вылезла из нищеты. Все, желаю вам удачи, ставьте цели и делайте, делайте, делайте. Вот когда вы превратитесь в делателя, у вас все получится и все будет good, как и у меня. Спасибо, что пришли. Где миллионы? Миллионы у нас на счетах и в 3 недвижимостях, Александр. Все свои доходы и как я переезжала из квартиры на квартиру, все на моем канале. Где? Я скину под этой трансляцией свой канал, вы можете посмотреть все мои видео. Всем спасибо, всем пока.